Всем моим зрителям огромный-огромный привет. Сегодня 1 октября. Вот такие красивые уже на деревьях листочки зелено-желтые. Красиво поют птички. Не знаю, вот как камера передаст пение птиц или нет, но птицы поют очень красиво. Сегодня такой пасмурный денек, солнышка нет, но все равно погода замечательная. Воздух свежий, вкусный, как мне кажется, пахнет воздух морозиком уже. И я вас всех приглашаю отдохнуть вместе со мной. На обед у нас сегодня будет грибной супчик, грибы в супе, шампиньоны, картошка пюре, потом будет еще вот такой салатик, здесь морковка, свекла перетертые с майонезом и чесноком, очень вкусный салат. И полезный. Будет еще печень. Еще будут у нас огуречки маринованные и помидорка. Огуречки очень вкусные, хрустящие, и помидорка очень вкусная. И будет еще яблочный сок. Сок у нас из своих яблок, которые выросли на даче. Очень вкусный сладкий сок. Вот такой у нас будет сегодня обед. На ужин у нас сегодня будут вот такие вкусные ароматные щи. Будет у нас еще вот такая гречневая каша с тушенкой. Очень вкусная. Вот такие румяные, красивые, вкусные беляши с мясом. Аджика мама сама делала. Будут еще у нас на ужин котлеты. Будет еще салат селедка под шубой. Часто делаем такой салат, он нам нравится, кушаем с удовольствием. К чаю у нас будут шоколадные конфеты ассорти с миндалем. Очень вкусные конфеты. И я захотела попить кефир, налила себе кефир. Вот такой у нас будет сегодня ужин.